всем здравствуйте. Следующая погрузка контейнера грузом в США на данный момент. Два автомобиля отправляются в Куапино. Через пару дней будем грузить в Канаде, также покажем. В общем, наблюдайте. А тем, кому нужны такие услуги, погрузка автомобилей в США и Канаде, ребят, всем удачи. Очередной контейнер. Час времени, 2 единицы техники. Приступаем загружать. Данный контейнер, ребят, идут 2 единицы техники. Это у нас Ford GT и Chevrolet Silverado. Вот так вот они у нас выглядят снаружи. Внутри все убрали, почистили. И будем погружать. Первый на погрузку пойдет 6 Chevrolet, потому что он у нас передвигается своим ходом. И позади него погрузим Ford. Вот так, ребят, выглядит автомобиль у нас перед погрузкой. Все запчасти, какие нужно было, установили, прикрутили, бензин слили и заезжаем. Сильверадо у нас уже в контейнере. Бензин у нас на нуле. Отсоединяем аккумулятор и фиксируем. Все, ребят, Сильверадо зафиксировали на цепи. Все натянуто, подвески прибиты. Все, продолжаем, выгоняем их там. Следующий, ребят, на очереди у нас Ford GT. Так вот он выглядит у нас перед отправкой. Внутри тоже все почистили, убрали. Так выглядит внутри. И приступаем. Зафиксировали наш мустанг. Вот так все выглядит. Каблуки прибили. Все, берем пломбу и закрываем контейнер. Отправляем в Ford. Ну все, ребят, час времени, 2 автомобиля и контейнер отправляется в порт. Нужны такие услуги? Базы 7 Motors, +1 267 632 4774.